получается испытание. Богатые становятся богаче. Пройдено. Настрия ножа. Бесконечный, вечный, закреплено. Что такое закреплено? Остается закрепленным в крайней левой позиции. А, да. Неплохо, неплохо, неплохо. Прикольно, прикольно. В лавке есть необычный джокер, три размера руки. Ну давай, просто деньги, покупка любых джокеров и так далее. 8, 9, 10, валет. Семерку найти или даму. Ну ты, блин, конечно. Так, ну картомант хорош. Во-первых, он даст 6. Во-вторых, он даст мне карту Таро. Х-множитель или плюс? У него плюс-множитель. Ножа всегда такой был. Голографический и фольговый. На самом деле, хорошая штука была бы, но... А, нет, не даст. Не даст, но он даст плюс 3. Ну, плюс 3 умноженное на 2. Да, он же должен левее стоять. Кстати, тут опять почти флэш. Ой, почти стрит. Ну, можно флэш собрать. Десяточка. Да, они должны в правильном порядке стоять, чтобы он выдал. Ну, съесть джокер за 1 умножить на 2. Съесть джокер за 6 умножить на 6. Можно заточку взять, голографические и прочие стоят больше. Но мне тогда денег не будет. Мне же надо какую-то экономику набрать, правильно? Джокер на создание джокеров. А рефраф тоже, скорее всего, справа от себя будет создавать. Блин, деньги хотел. Ну, вот это могут быть деньги, в теории. Купи просто обоих. Я хочу деньги, дай мне деньги. Или создание Джокера, или что-нибудь клевое. Вот, ничего не создал. Ну, ладно. Минус вся экономика. Хорошее начало. Так, здесь можно выиграть одной рукой. Возможно, даже двумя парами, потому что у меня уже плюс 8 множителя. Это получается сколько? 50 фишек умножить на 10. А, не, еще не выиграем. Это даже не 50 фишек, это чуть меньше. Так, тогда... Ну, давай фулл хаус попробуем. Рука не принесет очков. Ладно, ладно, я понял. Фулл хаус уже точно выиграет. Значит, мы можем сделать даму золотой. Чтобы она принесла нам денег. О, торговая карта. Хорошая штука. Так, спектралочку. Набор джамба. Плюс 20 долларов за уничтожение карт. Не-а. Создает случайного редкого, устанавливая деньги на ноль, которого мгновенно съедят. Две копии выбранной карты. Ну, кстати, это деньги. Или это печать, или преобразует все карты в руке в одно случайное достоинство. Плюс один размер руки. Ух. Вот это кайф. Можно five of a kind играть. Поехали. Это самая веселая карта. Двойки. Серьезно. Удваивает ваши деньги. Двойки это стабильность. Корешки. Двойки это корешки. Двойки это... 5 одного вида. Где экономику найти? Как это сделать? Да вот еще можно было удвоить. Да что же я не смотрю на удвоение-то? Сюда бы паяться бесконечного, которого не сожрут двойками. Две пары достаточно сильная комбинация. Скорее всего, кстати, нет.
Вторые две пары. Блин, надо даму еще искать золотую, которую я. Которая там где-то в колоде лежит. Стрит за 8. Красота. Создайте руку. Карту Таро, если сыграна рука. Так, я, наверное, сейчас ничего не буду покупать, мне нужна экономика. Это в самом начале надо было сделать, выйти в экономику нормально, а потом уже покупать карты. А я делаю какую-то фигню. На самом деле. Одна из них золотая. Давно? Не помню. Блин, она сбросилась. Иди в жопу. О, паяц. На двоечке фольговый. Какая красота. Рука плюс. Руку можно еще успеть купить потом. Блин, давай экономики немножко, чуть-чуть. Хермит есть. Повезло. Я даже лаверов продам сейчас, чтобы хермитом еще на одну монетку больше сделать. Стоило ли это того? Наверное, нет. Можно этого сделать полихромом, например, попробовать. Давай. Что мы проходим? 12 цента? Нет. Мы проходим... Мы... В смысле? Нет, мы играем эти сейчас испытания. Мега-стандарт набор. У, негативный Джокер, которого мгновенно съест нож. Вау. Уж бобовый флеш с двойками. Кстати... Как будто бы не так уж и плохо. Чё-то руки такие себе. Треф много осталось, 8. Кажется, сейчас проиграем. Что за нас множителя? Это мало. Можно было взять пустого паяца, потом каждый раз корм докупать. Если пустой. Чего? Так зачем? Ну просто его на 4 умножить. Ну, мне экономику надо было бахнуть. Хоть какую-то. Отличный фулл хаус. Всегда бы так. Купите два Джокера правого, он не съест. Вот и все. Может быть, да. Может быть. Ну, то есть, нет, это точно так произойдет, но я не хочу сейчас покупать Джокеров. Я хочу выйти в экономику. Увеличивать достоинство. Вот бы достоинство тузов увеличить. Да? Лута и Сатурн. Ну, и кал, конечно. В общем, ищем рефрафа, ну, в том числе. Плюс рука, пока что ее хватит. Семь, восемь, четыре. Дама. Ой, боже мой. Сейчас вот что сделаю. Сделаю вот так, а потом сделаю вот так. Найду каре. Или фулл хаус. Фулл хаус хуже каре. Лучше найти 5 of a kind. И усилить две двойки, например, пиковые. С каких у меня двоек больше всего? 4 бубовых, 5 пиковых. 2 пиковые и 2 множителя. Nice. У тебя на ютубе по привычке в чат писать хочу. Кого-то без лиц, я всех тузов в двойки превратил. Тема, да. Тема годная. Так, ну пора что-то покупать. Вначале, блин, дай мне денег. Мужик, дай денег. Блин, давай ладно тебя. Все честно. И у тебя еще купить сверху.
Кстати, каре сыграть сейчас проще, чем... Двойки нет. Потерять один бак за каждую сыгранную карту. О, нет. О, нет. Срочно ищем фулхаусы и эти... Нет, надо было сразу Five of a Kind искать. Full House был говной идеей. Я еле выигрываю здесь. Мне надо было все двойки сыграть. Теперь это будет сделать сложнее. Их осталось 8. О, ну да. 8. Чё, чётные? Восьмёрки. Пойдёт. Минус все деньги, помогите. Меня ограбили. Здесь реально ограбили. Жесть. Вот копил-копил, на жизненные сбережения, а потом раз, и все. И нету. И нету денег. Вот так и происходит. О! Копил-копил, а потом такой хоба и два хермита. И все, плюс все деньги. Красиво. Блин, двойки на самом деле плюс 4 множителя звучит не так уж и плохо. Туду лист. Туду. Туду. Пару съедим. Либо не бомжа. Блин, кстати, надо было бомжа, да. Я что-то не подумал. Блин, да это, да, пожалуйста, спасибо. Потому что я выиграю одним Five of a Kind, скорее всего. Верно. О! Экономика. Кайф. Ну и где мои карты планет? Перебросы стоят дешевле. Хочу бесплатную карту планеты. Your Anus. Спасибо. Знак делает. Эти карты с лицом тянутся лицом вниз. Да кому нужны эти карты с лицом? Я чё, лох, что ли? 10, 9, 8, 6. Вау. Тебе бы как-то сыграть на самом деле. Эхай карту бахнем. Жаль. Вот бы они еще базового количества фишек нормального давали. Ну, сам Five of a Kind достаточное количество фишек дает. Ой, я не выиграл. Как так-то? Деняки. Спасибо. 300 фишек минус 2 размера руки. Такой. 5 одного вида, пожалуйста. Нету? Нету. Там можно каре усилить. Спектралочку на двойке заролили. Дэм. Какую-нибудь редкую, дорогущую. Фольговая. За каждый переброс в лавке. Сколько стоишь? За 3 продаешь все. Хм. Не очень дорого. Блин, 50 базовых фишек дает. Прикольно. Ну, я лучше на экономике посижу, наверное. Ну, кстати, лучше астронома съесть. Ну, нафиг. На этих фишечках останемся.
минус нехило компенсировать тем, что все блайнды удвоены, с оранжевой фишки прям сложно становится. Это компенсирует тем, что блайнд удвоен. Может быть, Марковец, кстати, может быть. Я же не пробовал. Давай сыграем тебя. Да блин, чуваки, ну дайте двойку. Чувак, как? Я тут хайкартами почти могу выиграть. Ну просто дайте мне двойку, спасибо. Деньги. 17 монеточек. Турист для двоечек. Ух ты ж, боже мой. Фу. И А, это не паяц, это набор шута. Ну, хотелось бы, чтобы это был паяц. Перезапуск. О, перезапуск карт под туристом. Так, тебя мы съедим, тебя мы продадим. Не, подожди, уже нафиг экономику до луны уберем просто. Полихромки чаще. Давай попробуем. Юпитер. Вряд ли я его сильно буду играть, но... За... Тузы до двое капнуть. Кстати, о тузах. Блин, можно еще туза, пожалуйста? Видимо, нельзя. Я хочу выигрывать Five of a Kind. Может, лучше поиграть пару карешек? Сетов? Чтобы побыстрее избавиться от этой штуки. И накачать свои двоечки. Вот этот множитель уже точно не нужен. Все небески бесплатные. Да что ж ты будешь делать-то? Давай я тебя куплю. Ральну. Куплю Марс. Правой руке Сникерс. Давай, ищем двойку. Ищем... Блин, нету двойки. Есть стальной голографический король, звучит неплохо. Там стена, кстати, против нас в ближайшем забеге. У некоторых уже по 16 фишек. Сколько я зарабатываю? 22 тысячи под этой штукой. И все честно. Хм. Первая лицевая при подсчете. Блин, бесплатно. Вот бы бесплатные планетки, да? Эй, ты мне в стиме, друзья, заявку кидал. Когда будет время, пожалуйста, чекни сообщение в стиме. Здорово, я никому не кидал заявки в друзья в стиме. Сам. Так что кто-то тебя пытался... Бать, видимо, от моего имени. Жесть. Блин, карешечка уже по силе, как Five of a Kind. Я лучше карешечки буду играть, кстати. А вот и Five of a Kind, кстати. Интересно, я еще выиграю на пятерках сейчас как-то, хотя на двойках-то. Можно 100 фишек на сете взять. И как я, что я буду с этим делать? Нужно, кстати, что-нибудь превратить в камень и сыграть каре. Двоек. Например, вот оно, каре двоек с камнем в виде восьмерки. Что-то мне подсказывает, что я сейчас проиграть могу.
Хотя они уже накачались, играются два раза, 36 тысяч, не, вряд ли. 3-5. Плюс. И еще кара двоечек. Них-них, мошенники. Я на ксеноморфе против тебя попадался в ДБД пару дней назад. Да, это не против меня было, я не играю в ДБД 7 лет. Что? Жесть. What? Торговец с картами Таро. Челик вот этот. Да, это не я. Да успокойся ты, ну боже мой. Стену победили, можно ваучеры потом взять. Сейчас не обычку, наверное, сломать, да? Lucky you, да, походу. Так, ничего не буду покупать. Экономика остается. И сделаем вот так вот. Три двойки. Мне кажется, я даже с этим двоек, скорее всего, выиграю. Но, кстати, если не выиграю, это будет хорошо. Лучше я... Ну, я надеюсь, что я не выиграю с этим двоек сейчас. Черт. Че у нас? Дикая карта. Не, нафиг дикую. О, нет, я потерял множителя на двойках. Не купил ничего. Ошибочка. Ладно. Думаю, что это и так, скорее всего, будет выигрывать. Тут множителя 64. Зачем мне этот множитель на двойках был нужен? Не был нужен. 49 тысяч. Еще три раза зельцер играет, а потом его надо съедать, да? Ух, какая штука. Гига штука. Берем фольговый необычный. Совочку осталось, любую вин. Да уже вроде вин. Я думаю, что скорее всего. Так, карашечки пары стрит. В смысле? Давай пару. Окно. Бубы так бубы. Если вы думаете, что я буду скидывать бубовые двойки, вы сильно ошибаетесь. Я думаю, что я все равно сыграю каре, потому что комбинация сильная. У тебя 6 слотов джокеров, да? Но там не было, было нечего покупать, там какое-то говно было еще. Не хотел убрать. 27 тысяч этими двойками, понятно. Можно даже сет с камнем сыграть. Вообще давайте просто поищем. Блин, нет, зельцер сейчас... Он же сломается сейчас, да, уже? Наверное. Ну, сломается и сломается. Больше двойки улучшу. Все, прощай. Окей. Лучше бы его, конечно, ножом съел. Дорогая карта, но ничего страшного. О, рерол там есть, на всякий случай, да. Бубы, пики, счастливая. С паяцем-то. Че, может, ваучер купить на всякий случай? Ну, можно его после купить. Кстати, каменная 66 фишек уже дает под туристом. Жестко. 37 тысяч на 5 of a kind двоек. Ну, кстати, уже не так прям жестко, как хотелось бы. Еще достоинство у спектралки. Кто босс? Голова 70, все червы ослабляются. У меня червей 2 штуки.
Добавьте полихром к случайному Джокеру. Уничтожьте всех остальных. Ну зачем так мерзко? Этого печать придется брать. Тузы бы качнуть, да, до двоек. Дальше что? Я еще могу этот блайнд сыграть. Каскадер можно, кстати. С каскадером сложнее руку будет находить. Спектралка пики с 50 фишек. Да, множитель мне нужен. Так, сейчас подэкономим еще чуть-чуть. Тебя сожрем. О, туз. Давай вот так сделаем. Блин, а вдруг придет еще один туз? Вот хоть... А, у меня один туз в колоде. Ясно. Метка бесконечности — это проклятие или в ране можно достать? Никак бесконечную ты от бесконечной ты не избавишься. А, ну вообще ты, ну это в ранах, да, появляется, если вопрос в этом. За каждого пропущенного блайнда. Да блин, что за кал? Хал Хаус. Давай так тебя купим. Бубны, трефы. Нужны деньги или... Вот, кстати, деньги. Я планет много накупил. Я сейчас справлюсь с головой, с ослабленными червами. Не уверен. Ну, надеюсь. Да не, я там по 50 тысяч... Одной комбой набираю. Ага. Ну, сет совсем слабо. Конец. Что, в 5 или корешку, или корешку с камнем? Коре с камнем сильнее. Плюс это позволит мне сыграть в следующий ход, может быть, еще какую-нибудь. Не знаю, почему короля, не знаю. Еще какую-нибудь руку с двойками, надеюсь. Там плюс 20 множителя пришло, да? От счастливой, по-моему, да. 72 тысячи одной рукой набрал, найс. И 13 баксиков со спутника. Какие интересные штуки. Добавляет негатив к Джокеру. Торговый полихромный к выбранной карте. Вот это очень сильно на двойку сейчас будет. А я в восьмом анте уже. Ну, я не думаю, что я в бесконечку пойду каким-то образом. Ваучер выкупить просто. Прощаемся со спутником, видимо, потому что больше денег у меня нет. У меня ноль. Опять бомжуем. В начале партии бомжевали, сейчас бомжуем. Я думаю, что я корешкой выиграю. Что там за босс? О, очень большой блайнд. Кстати, фиолетовый сосуд рерольнуть как будто бы неплохой вариант. Как будто бы. Шесть множителя всего лишь 56 тысяч, вернее.
А, как так реролить? Как? А, ну туриста можно сейчас съесть, кстати. Турист уже не нужен. Карта с лицом, множитель за каждую сыгранную. Съесть туриста, продать джокера, реролить сосуд, потому что я его не выиграю. Янтарный жевать. То ли дело, янтарный жевать. Сейчас бы тасануть церемониальный кинжал и паяться, да? Подожди, а вдруг он сожрет паяться? Ну, вроде бы нет. Слушайте, а нож реально, смотрите-ка. А, ну, не, я, это все равно, скорее всего, нож. Ну, жестко, жестко. Ворачивать всех джокеров. Две планетки. Давай. А у меня здесь была вот эта вот штука, которая усиляет планеты ваучер. Я не находил. Вон. Карашечка сильная, пара сет. Не, не. Вот он паяц. 72 тысячи. Хаос нормальный, 65 на 6. Ну, кстати, нет. Тут дело корешка. Пюрешка, корешка, пюрешка. Ой, хорошо. Ну, это было тоже, очевидно, несложно. Похоже, я неплохо тебя обучил. Че, здесь есть какой-то смысл бесконечно идти? По-моему, нет. У меня 10 денег. Как с 10 баксиками идти в бесконечный режим с двумя джокерами на столе? Не, без смысла. 102 умножить, не. Не-не-не-не-не. И ни одного иксового множителя, кстати. Ни одного не выпало за все это время. Хорошо. Это мы про